Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячие новости». Друзья, в Фейсбуке в группе «Поиски Влада Бахова» была выложена следующая информация. Она была выложена от лица родителей Влада Бахова. Уважаемые подписчики и просто неравнодушные люди, которые поддерживают родных и близких, следят за ходом разбирательства в деле Влада Бахова. Мы вам благодарны за то, что вы есть и не даете нам опустить руки. Все устали от отсутствия какой-либо информации по этому делу. Вы не представляете, как мы, родные Влада, устали проживать пустые дни в полном вакууме. Это невозможно описать и представить, но, друзья, это наша горькая реальность. Новостей в действительности на сегодняшний день никаких нет, поэтому мы ничего не выкладываем на свой канал. Мы ждем. Мы просим вас набраться терпения. Самое главное, дело идет. Не все так просто и быстро, как многим кажется. Спасибо, что вы есть с нами. Вот такие вот, друзья, слова благодарности поступили в адрес нас, в адрес подписчиков и людей, которые переживают за дело Влада Бахова, переживают за родителей Влада Бахова. Но я же все-таки добавлю своих пару слов. Мне кажется, как и раньше кажется, довольно очень странным то, что власти молчат. Почему нет определенного, грубо говоря, такого графика, когда власти или сотрудники органов бы выходили и отчитывались о проделанной работе? Ведь они же знают, что какой резонанс вызвало это дело, сколько людей переживают по этому делу и что вообще происходит в этом деле. Ведь тут явно понятно сейчас, что это все, я не скажу, что подстроено, я не знаю, подстроено или нет, но у меня такие предположения, конечно, есть, просто я не буду их сейчас озвучивать, пока это не доказано, не доказано. Но сам факт, что все это тормозилось, пыталось скрыться, там подменялись какие-то улики и доказательства, это ведь факт налицо. Факт налицо. Даже вот взять вот ту голову, которая непонятно откуда-то, откуда взялась и легла рядом с телом совершенно другого человека. Почему власти с каждым днем все неохотнее и неохотнее пытаются отвечать на эти вопросы, лично мне непонятно. Если они хотят там кого-то прикрыть, своих, может быть, знакомых, я не знаю, там еще кого-то, там высоких людей в погонах, то я думаю, как минимум у них это не понравится, потому что слишком уж большой резонанс, слишком много людей на данный момент следят за этим делом. И так просто прикрыть эту информацию, замолчать, убрать куда-то там в долгий ящик, я думаю, уже явно не получится. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.